так не делают с такого заклада. Они делают, да, они делают, но они так сильно руками тянут. Лучше захватить за шею, прижаться и кувыркнуть. Достань. Не знаю. Ногу убрал с колен. Ногу убрал с колен. Наоборот, пастухов. Ну да. Нет, удушающие нельзя, но болевые можно. И можно делать удержание между ног. Когда ты находишься между ног и прижался к туловищу. Это удержание. Ничего нет, ты должен этим пользоваться. Хаджи, я не знаю, что сделать. Опять одна рука. Сюда хорошо подсек, надо было в другую сторону еще потом подсечь. Очень хорошо выглядит. О! 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 Жопа, Новый год! Иди сюда, Бурдужа, иди сюда. Дай палку, блин, вон она. Дай палку, блин, чтоб ты на всю жизнь запомнил. С этого захвата... Я не смогу пожалуйста больше. Сможешь. Сможешь сидеть просто. С этого захвата, козявка. Блин, надо с колен делать. С этого. Возьми еще раз. Нет. Односторонний ты взял. Односторонний захват. Руку, нет. Руку и отворот. Руку и отворот. Поставь ноги шире. Не подхват, с колен только делай, только с колен. А ты взял вот этот захват и стал подхват еще делать. Хорошо, если одна нога, а если по две, это вообще, блин. Хорошо, хоть и спрашивает тот тренер, Хаджина. Увижу, дай. Thank you.
А где рука мешает? Руку отпусти, перенеси через голову. Еще раз пусть делает. Опять тот захват, чтобы зацеп голени, чтобы опять скорее сделать. Стоп. А то ты что это рвешь? Вот этот захват не давай. Что? Захват. Вот этот захват, ты проигрываешь. Я там большой просил. Кто? Кому? Ему. Тебе за то, что ты голову не туда ставишь. Ну, ставлю тебе дисквалификацию. За что ему дисквалификация? Он все делал правильно. Тебе тоже не дисквалифицируют, просто я установил, чтобы голова туда куда-то у тебя пошла в сторону. А зацепы не любишь делать, да? Тогда дергай его ногами. Но не два раза одно и то же, а то он что-то раз показал. Чтоб ты был просто активный за счет и болевой на руку. И отпустил. Вот этот захват ты еще отдаешь, нужно делает, а то Влад запустит. Прыгай вокруг него!
Сейчас на ногу. Сейчас бедро улетишь. Хочу видеть. Хочу видеть болевой Артем. Не делай ничего. Так ты физически слабеешь. Ты берешь, поменял оттуда. Надо было так же стоять. Какую подсечечку? А, жопа. Там физика, а у тебя подсечечка. Болевой хочу видеть, надо. А есть салфетки. Зайди. Знаешь, смотри, вот смотри, шкаф, открой шкаф наверху, там в тарелке вроде салфетки. Готовь болевой на руку. Он не держит, если захватываешь, да? На другую руку готовь. Готовь чебанец. С переходом на болевой или просто чебанец. Отсюда взял, разворачивайся как подхват и делай болевой на ногу. Да, я понимаю. Значит, делай. Я боюсь сюда делать болевой на ногу. Сложно очень. Тут если он просто упадет у меня, а вот этот шкаф себе. Нет, нет. Вот смотри, три шкафа. Ага. Раз, два, три, и тот, который слева. Открываешь и наверху там. Там у меня этот сахар стоит, там тарелка. Я не понимаю, что это, я его медленно делаю. И вот, сядешь на коленки, я там буду. Хорошо, не делай, делай на руку. Нету воды, выйди, выйди, нету. Туалет сходить высморкаться, я офигею. Нет. Ты еще возьми Юрия Александровича полотенце. Блин. Салфеточку ему, блин. Пошел, руки помыл, высморкался. Я сидел с сестрой просто. Я тоже заболевший. Ставь ты глупости, сидел ты. Сказки ты рассказывай мне. Серьезно? Что серьезно? 38 температура. Да? А, да. А вот градусник куда ты ставил? Сюда. Жопу? Нет, сюда. Давай, блин. Я тебе фотографию покажу одну. Какой? Вот я поступову покажу. Давай. Больной. С сестрой сидел. Где болевой нарыв?
погнал. Чебаняска болевой. Подсечка изнутри, чебаняска болевой. Ну, поворачивайся в другую сторону и болевой делай. Ну. Давай делай, блин, не бойся, блин. Вот, вот, работать, работать, поворачиваться на живот, на живот. Стоп, хорошо, стоп, хорошо, зашел. Зачем опять ложишься на спину? Поворачиваешься, да, так поворачивайся до конца. Дергай, дергай, сейчас он, вот, локоть. Прыгай, прыгай, прыгай. Стоп. Он тебе делает зацеп голени. Бери захват. Я? Да. Так, аккуратненько. Поставим ногу туда, как зацеп. Возьми, стоп, вот эту свою ногу, вот эту вот. Перенеси через него и сделай его болевой. А. Да. Да вам вообще тяжело. С кем-то очень тяжело его сделать. Что сделать тяжело? Ногу. Так, ты меня замучил уже. Ты когда будешь делать болевые? Живем. Вот, 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 да, да. Ну, не, правильно, тебе же тяжело будет, когда он вот так стоит. Он прыгает, он сгибается. Не прыгнет, а я так не будет, он не улетит. Улетит. Это тебе так кажется. Шпагат делаешь? Вот, чтобы у тебя ножка туда, чтобы ты спокойно ее перенес. Стоп, стоп. В какую сторону ты хорошо болевой делаешь? Что стоит? Находим нормально. А? На эту руку, короче. На эту руку. Значит, тебе нужно там держать локоть. Значит, да. Ты вот так подставляет руку, он берет раз за локоть, а это из-за отворот. Ты тогда отсюда раз, два. Чтобы он взял тот захват, который тебе нужен. Такой же, вот. Локоть, локоть и делай, блин. Что ты меняешь, блин? Подсечка изнутри, из подсечки уже делаешь. А это отсюда уже не сделаешь. Болевой, болевой. Мельницу делай, Майцеран. Стоп, 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 извиняюсь, я извиняюсь. Вы просто ушли за это. Ну берет за пояс мельницу, делай, мэй, царани, мэй. Тебе говорю, Пастухов. Он не брал за пояс. Что? Он не брал за пояс. Ну и не надо, он поставил руку под мышку или нет? Ну и делай, блин. Думачи, блин. Пошел право-влево и болевой. Так, опять не пойму я, блин. Что это за захват? Мельницу делай! Да! Стоп, 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 стоп. А какого хрена, извини за выражение, ты взял руку сюда и взял за отворот? Зачем? Ну, чтобы на переднюю выйти, Геннадьевич. Какая передняя, если у тебя рука сверху? Не надо брать отворот, бери вот здесь захват, тогда мельница пойдет. Что ты туда руку засунул? Так я на переднюю взял сейчас. Какая передняя? Подножка. Покажи. Возьми захват. Но не бросай. Отсюда руку надо беречь. Передняя подножка. Да, да. За,
передняя, какая сзади, у тебя сил не хватит, блин. Там она сильная. Что силы? У тебя рука в таком состоянии, когда ломается, блин. У него ломается, у меня не ломается. У тебя ломается. Взял и сделал мельницу. Все! Для мельницы больше сил надо, Сиген Тович, чем. Что? Чем для передней? Просто с передней можно на япон сразу упасть и все. Давай. Ага, я понял. Конечно, тут тащить надо, держать, а тут упал и все. Отлично. Дальше, 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 пастухов. Стоп, стоп. Все нормально? Ну сделал, а дальше что? И встал, и стоит, ждет, пока он идет. Чебаняцкий болевой. Да, у тебя захват сейчас. Вот сейчас для этого. Для болевого чебаняцки. И посадка. Вот посадку, да, пусть лезет. Готовь посадку. Ногами просто не махнуть. Вот, 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 дальше, дальше. Дальше затягивай партер, ноги. Стоп. Ну, тут ты уже как бы видишь, за это тебя могут наказать. То есть ты уже уходил. А тут постараться как бы сделать, смотри, шаг в сторону, раз, подсечка, раз, а потом хоп и пойти. То есть стоишь, в сторону, подсечка, у нее раз ноги шире, раз и отсюда болевой. Вот так. Что это за защита, блин? Супер.
Вот это? Нет, я не понял. Я не знаю, что Влад взял. Я под рукой себя взял. Ну так Влад было удержание сделать. Брак как бы держал бы сам. Ну никто не додумается, если я хочу. Я офигею, блин, вот так вот взялся. Я же не знал, что я убежал здесь. Еле-еле убежал. Убежал, да, но не так. Болевой, готовь. А уже все жестко. Че ты лезешь сверху? Блин, он сильнее просто. Можешь бросить, он может три раза бросить. Да, один. Сейчас захват сверху брать. Блин, готовь болевой, готовь, блин. Вот, ты сам попался. Блин, ну приз правой рукой в плечо. Опять ты летишь, блин. Я бы тебе просто давал людей, ты бы делал подсечку. Туда подсечку, сюда, потом другую пару подсекал, третью. Не держи жестко этот захват сейчас. Сорвет и сорвет, а то через плечо. То же самое. Стоп, Влад, Влад, посмотри, куда он руки засунул. Возьми между ног его руку. Что? Посмотри на меня. Между ног возьми руку и потяни, он перевернется и ляжет. Типа так? Ну да, и все. Взял это, отпустил, все потянул, он перевернулся. Никогда не видел такой этот. Я видел, когда с колен делают маленький. Нет, здоровается там. Так, 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 так. Да, можно получить. Но когда асфальт, не особенно хочется прыгать.